В связи с достижением отметки в 1 миллион абонентов, компания Молцел выступила с инициативой проведения социальной кампании по всей республике с целью снабжения 60 детских домов семейного типа компьютерами и интернетом. Я написал письмо Деду Морозу и приклеил к окну. Он его прочитал и принес компьютер. Мы давно мечтали о компьютере, и нам его подарил Молцел. Благодаря Молцелу 300 обездоленных детей по всей стране смогут открыть дверь в новый мир общения и воспользоваться всеми преимуществами современных технологий в мире, где информация и знания – основы развития личности. В реализацию этого проекта внесли свою лепту и абоненты Молцел. Мы очень рады, что у нас появился компьютер. Будем слушать музыку, будем играть, писать. Смотреть фильмы. С помощью компьютера я буду иметь доступ к информации, которая мне нужна в школе, и я смогу выступить перед классом. 10 леев за каждое подключение в период с 16 ноября по 7 декабря 2010 года были использованы для того, чтобы дети и родители из детских домов семейного типа ощутили новую радость. Я очень сильно дорожу детьми. Я счастлива и рада. Даже не знаю, как вас отблагодарить за этот подарок. У меня не хватит слов благодарности. За 10 лет деятельности компания Молцел стала настоящим другом детей, помогая им в интеллектуальном развитии. Участвуя в национальных кампаниях по воспитанию и здравоохранению, в благотворительных, культурных и развлекательных проектах Молцел оказал поддержку около 400 тысячам детей из Республики Молдова.